Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Резерсир, и, в общем-то, мы проходили Wings of Liberty, если вы помните, в прошлый раз, и это закончилось концовкой. В общем-то, да, давайте посмотрим, что же у нас теперь. Теперь у нас есть эпизод Героев Шторма, Сердце Роя, вот. Да, и его надо, собственно, тоже допройти, потому что Legacy of the Void и Новая Незримая Война мы уже проходили. Осталось лишь ты, Кэрри. И надо уделить тебе время. Ну что, поехали? Давайте посмотрим на сложности. Мать твою, ветеран, я ее как-то прошел. Я не знаю, как я это сделал. Но почему нет? Давайте. Давайте также пробуем на ветеране. И посмотрим, что из этого выйдет, дорогие мои друзья. Пролог. После исчезновения королевы клинков, Рой распался. Войска Джима Рейнера захватили Сару Керриган и увезли ее с Чара, оставив планету силам Доминиона во главе с генералом Ворфилдом. В то же время могущественный артефакт Зелнага пропал. Керриган доставили на секретную лабораторию в Маджанском протекторате. Там ей нужно пройти ряд тестов, чтобы принц Валериан и Рейнер убедились, что ее превращение в человека завершено. Но времени мало. Войска императора Менгска по всему сектору ведут непрекращающуюся охоту за самыми ненавистными врагами Доминиона — Сарой Керриган. Thank you.
Открой дверь, сынок. Не могу, сэр. Приказ Валериана. Открой дверь. Доброе утро, командир. Принц. Господа, запуск тестового протокола через 2 минуты. Заканчивай проверку. Это последний тест. Оставьте нас. Хорошо. Сегодня мы улетаем отсюда, дорогая. Хорошо. И разберемся с Менгском. Забудь о Менгске. Забудь обо всем. Только я и ты. Пока он жив, не может быть никаких я и ты. Сара, я свернул горы, чтобы вернуть тебя. А ты готова перечеркнуть все ради мести. Подготовка второй фазы теста. Я всегда верил в тебя, Сара. Поверь и ты в нас. Начало второй фазы теста. Что ты собираешься выяснить при помощи этих тестов, Валериан? Я же говорила, что ничего не помню о том, как была королевой клинков. Мы должны выяснить, как много мутагена зерга осталось в вашем организме, Керриган. Я надеюсь на ваше сотрудничество. Ты всегда держишь тех, кто с тобой сотрудничает, в камере за защитными барьерами. Как только я пойму, что это безопасно, я сам выпущу вас. А теперь попробуйте телепатически воздействовать на это существо. Рабочий? Ты хочешь, чтобы я взяла под контроль разум зерга? Ты представляешь, что произойдет? Все протоколы безопасности соблюдены. Ты уверен, друг мой? Ну ладно. Давайте возьмем рабочего под контроль. Хорошо. Можете ли вы приказать рабочему мутировать в инкубатор? Инкубатор — это центральное строение базы зергов. Он вырабатывает слизь, на которой могут быть построены другие строения. В инкубаторе также созревают личинки, которые потом могут мутировать в рабочих и другие виды зергов. По мере того, как вы используете личинки, инкубатор будет производить новые. Так, Керриган, я выпускаю нескольких рабочих в тестовую камеру. Попробуйте приказать им добывать ресурсы. Да без проблем. Ну, добывают. А дальше что, ждем соточки, пока не накопим на кое-кого получше? Ладно, подождем. Все идет хорошо. Можете ли вы создать больше рабочих? Чтобы создать что-либо еще, мне нужен надзиратель. Создайте его. Один надзиратель не повредит. Уверен. Надзиратели помогают контролировать войска зергов. Количество потребляемых припасов и максимальный размер армии отображаются в правом верхнем углу экрана.
Если припасов недостаточно, то вам не удастся создать боевую единицу. Я в курсе. Ну что ж, давайте будем создавать еще больше народа. Замечательно. Я собирался на этом закончить. Но давайте попробуем еще кое-что. Прикажите рабочему мутировать в омут рождения. Ой, зря, мой друг, ой, зря. Я думаю, что это будет глупейшая в твоем случае идея. Ну ладно, я это сделаю. Сейчас только поднакоплю минералов, которые только что немножко просрал на рабочих, но тем не менее. Я просто думаю, что... пора бы. Омут рождения позволяет превращать личинок в зерглингов. Ты же знаешь, что это плохо закончится. Мы контролируем ситуацию. Чё-то я твоим словам не особо верю. Омут рождения создан. Зайди в тестовую камеру и проверь, все ли в порядке. Спасибо, мне отлично видно отсюда. Думаю, на сегодня все, Керриган. Хорошая работа. Посмотрим, как ты меня будешь благодарить, когда увидишь это. Я создам несколько зерглингов. Ну что, готовы к чему-то новому? Я вот готов. Чтобы создать зерглингов, нажмите кнопку «Выбрать личинок», расположенную на панели приказов. Требуется больше надзирателей. Керриган, что вы делаете? Проверяю, насколько хорошо вы контролируете ситуацию. И чё-то я чую, что не очень хорошо они её контролируют. Давайте создадим еще немножко зерглингов, ведь зергушата такие милашечные. Ну? Зерглинги. Что вы делаете? Я не просил создавать зерглингов. Ты же знаешь, Валериан, зерги никогда не делают то, что ты от них ожидаешь. Остановить эксперимент. Пусть охранные роботы уничтожат зерглингов. Изолировать нижний уровень и запустить искоренителя. Пожалуй, я уничтожу твоего чудесного искоренителя. Чтобы ты понял, что зергов контролировать нельзя. Ну что ж, покажем им, насколько сильно они ошибались. Охранные роботы убивают зерглингов. Я остановлю их. Так. Ну, давайте отправим нашу армию крутых зергов в бой. Да, часть из них помрет, но что поделать? Похоже, что в других камерах тоже есть зерглинги. Валериан, ты слишком беспечен. Я ведь могу освободить и их. Требуется больше надзирателей. Так, ладно. Я думаю, мы пойдем вот сюда и нападем. Освободить трех. Защитный барьер нарушен. Подопытные зерги за пределами камеры. Эвакуировать научных работников и весь персонал. Конечно. Сейчас эвакуируем, секундочку. Генератор только сломаю. Отлично. Эти зерглинги мне пригодятся. Ну что ж, побежали дальше. Кушайте, мой маленький, ням-ням-ням. Эриган, это вам не игры! Как и всегда, когда речь идет о зергах.
Кусь. Кушайте, мои детки, кушайте быстрее. Так. А сюда нам не дают пройти. Значит, есть другой вход. Серги, бежим! Черт! Уберите всех с этого уровня! Персонал эвакуирован с нижнего уровня. Все выходит из-под контроля! Дверь на нижний уровень закрыта. Так, и разрушим камеры. Там точно кто-то есть. Муха? Или что это? А, это киблинг. А здесь вообще наш любимый Активирование друг. Автоматической газовой защитной системы. Пока я не уничтожу эти турели, дверь не откроется. Ну ладно. Моих зерглингов травят газом. Что поделать, Керри, давай как-нибудь это... уничтожаем их, типа того, да? Больше не травят их газом. Дверь открыта. Теперь нужно уничтожить искоренитель. Я бы в идеале сходил и набрал бы больше зерлингов. Ведь они такие милашечные. Ой, здесь беднягу нашего мучают. Ай-яй-яй-яй-яй. Пусть он уже мертв, но он все равно достоин был умереть как герой, а не на столе. Да у тебя тут целый выводок зерглингов. Что ж, теперь они мои. Ну да, теперь все зерглинги мои. Еще одного гидролиста достают. Как же так, друзья мои? Как так получилось? Так, ну-ка давайте-ка разберемся со всем этим сбродом. Еще нет. Я ведь все еще в этой камере. Получается, она где-то вот здесь. Ну ладно. Тем временем мы продолжаем наш ход, крестовый поход. Искоренитель активирован. Я думаю, что ему жопа наступит сейчас. Ой. Кажется, я почти убил искоренителя. Какая жалость. Искоренитель разрушен. Критическая ситуация. Зерги заполонили нижний уровень. Это чудо, что никто не погиб. Везение тут ни при чем. Может быть, теперь ты поймешь, насколько опасными могут быть зерги. Я верну их в камеры. Был бы вам весьма признателен. Я открываю вашу камеру, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Может, в следующий раз вы донесете свою точку зрения, не разрушая половину лаборатории? Ну, это как получится, друг мой. Собственно, все, мы прошли. Заводов уничтожено 3. Блин, надо было уничтожить 3 завода, гребаные заводы. 35 охранных роботов, выполнить задание «Лабораторная крыса» и выполнить задание... Меньше чем за 10 минут на уровне сложности. Боец. Ладно, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. А пока что все. Удачки, друзья мои.